Всем привет! Сегодня будет шопинг-влог. Прежде чем начать шопинг, я хочу немного перекусить. И думала сначала Burger King, а потом решила все же KFC. Неизменно. Мой любимый ланч с боксмастером. А вы любите фастфуд? Пишите. Прежде всего, я захотела сходить в Glory Jeans. Очень люблю этот магазин, много стильных вещей и, в принципе, неплохие цены. Но, конечно, со скидками интереснее. Нашла первую вот такую вот курточку, дутик, нежно-голубой цвет, стоит 8000. Высокая такая стоечка с капюшоном, огромные такие жилетки. Очень меня заинтересовала расцветка, не сильно длинный, я бы сказала, капюшон отсутствует. Стоит такая прелесть 5000 рублей, только получается в коричневом цвете. Такая вот молочная курточка, очень короткая, я бы сказала укороченная, и стоит 9000 рублей. Мне кажется, дороговато, она стеганая. Рядом заметила красивую рубашку в клетку, это очень актуально и немножко как укорочено. Хорошо все сделано, нитки не торчат, есть кармашки, стоит 2500. Максимальный размер XL, кому интересно. Давайте сложим все обратно, но расцветка мне очень понравилась. Есть длинная курточка и покороче. По длине стоит 9000 практически, я бы сказала, это пуховичок. Если хотите быть снегурочкой, думаю, самое то. На поясе можно затянуть пластиковая молния. Тут у нас более короткий вариант. Длина примерно до колена. Есть резинка на рукавах, что очень удобно, не будет ничего задувать. Интересные здесь карманы-обманки, 6000 рублей. Время движется к Новому году, смотрите, какая классная коллекция новогодняя. Есть и для деток, и для взрослых, 1300 стоят данные тапочки. Интересные футболочки с длинными рукавами, очень все хорошо сшито, никаких нареканий нет. Стоит 1000 рублей данная футболочка. И можно подобрать такой вот комплект, и будет миленькая пижамка. Яркие такие расцветки, красный, зеленый, сразу навевает Новый год. Я очень люблю этот праздник, это мой самый любимый. Стоит 1000 рублей штанишки, неплохая цена. Это все новая коллекция. Есть более яркие футболочки, и они укорочены немного. Стоимость 1400. Материала затратили меньше, а цена выше. Есть и для деток такие миленькие штучки, разные футболочки, тапочки есть мужские по стоимости 1600 рублей. Такие вот черные новогодние. Написано «Папа медведь». Очень забавные фразы. С другой стороны, еще всякие пижамки новогодние, не новогодние. Такое вот буйство. В основном здесь, конечно, Новый год. Кто не любит сильно ярко, 1400. Нежно-бежевая и маленький капкейк сбоку. Кто не свинюшка, беленький. Если честно, мне такое нельзя. Я очень быстро это все замараю. Стоит 1400 пижамка. И вот такая вот ярко-красная. Мне она очень понравилась. Я бы хотела такое иметь. Стоит она 800 рублей, получается, футболочка. Неплохая цена. И также есть штанишки, такие пряничные человечки. Очень все мило, уютно. Стоимость сейчас посмотрим. 1200. После Glory Jeans я отправилась в Modis. Смотрите, какое здесь разнообразие. Новый год все же еще далековато. Давайте посмотрим осеннюю коллекцию. Тарелка-тыковка стоит 600 рублей. Сделана, мне кажется, из керамики. Такие листочки кленовые по 500 рублей. 249 рублей, сухоцветы интересные в колбе, высота их 12 сантиметров, за 1000 рублей вот такая вот шикарная кружка, очень необычная, с двойным дном, и внутри сухоцветы. Конечно, стоит не бюджет, но смотрится очень эффектно. Различные баночки по 400 рублей, сверху у нас бамбук, также необычные еще. Декоративные штучки по скидке сейчас за 159 рублей. Милая тарелочка, такая вот более
лаконичная, но все же неплохая. С другой стороны, увидела очень классных лисичек, стоит 700 рублей, буквально 3 штучки остались. И еще очень много различных ланчбоксов, например, 500 рублей. Но я бы сказала, это не совсем ланчбокс, а больше баночка для хранения. Еще посуда, 299 рублей миска, небольшая, здесь 10 сантиметров в диаметре, сделана в восточном стиле. 349 рублей, здесь диаметр уже побольше, 12 сантиметров, мне они понравились больше. Побольше и больше понравились. Чайнички 1300, в экспрессе все же такие чайники идут бюджетнее. Бутылки с предсказаниями, 199 рублей. Я думаю, будет отличное дополнение для подарка. Милые соусники в виде маленькой сковородки стоят 199 рублей. 399 рублей свечи с деревянным фитильком. Я послушала или понюхала, можно так сказать. Мне не очень они понравились, но это дело вкуса. 799 рублей. Из сбора силикатного стекла такие вот кружечки. Хороший, конечно, у них выбор. Прям глаза разбегаются. Тут у нас подложки под приборы, 199 рублей в серебристом цвете. Теперь мы в моде, и здесь такой вот отдел с распродажей. Меня очень заинтересовал этот отдел, давайте посмотрим, может быть, что-то интересное найдем. Мы, кстати, в торговом центре Сибирский Молл. За 1000 рублей такая вот кофточка укороченная, рядом бежевая. Тут у нас под искусственную кожу футболка, очень необычная. Стоит она также 1000 рублей. Все же дороговато за такие вещи. Нежно-персиковая, на ощупь полиэстер галимый. Довольно-таки она длинная, неукороченная, прозрачная. И стоит всего лишь 200 рублей. Вот это, если честно, я не ожидала сказочные цены. Есть еще и в горошек. Белая такая кофточка-блузочка. И черный крупный горох. По стоимости сейчас поищем, тоже 200 рублей. Вот это цены, все же такие еще существуют. Есть еще рубашки, просто белые, чем-то похожие на мужские. Стоят они 1000 рублей. Также есть еще различные блузочки с цветочным принтом. Я бы сказала, это больше тунички. По стоимости, я думаю, уже здесь будет подороже. Да, 1200, а раньше было 1300. Я думаю, все-таки пожадничали и сделали очень маленькую скидку. Еще такие тунички, здесь ценник немножко оторвали, но думаю тоже, здесь не очень большая скидка, да, 1000 рублей. И меня еще заинтересовала вот такая вот зелененькая рубашка, она стоит тоже 1000 рублей. В основном здесь все за 1000, я бы сказала, а я как всегда вам желаю хорошего настроения и хотела бы услышать, что бы вы хотели увидеть в новом влоге. Всем пока!